ברוך אתה אדוני מבורך ברוך אדוני מבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן היום אנחנו קוראים מפרשת שבוע קורח сегодня мы читаем из недельного чтения Корах за Нексаб Сефер Бамидбар Перек Шешестре. Это в книге чисел 16 глава с 1 стиха. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליהו ואון בן פרת בני ראובן ויקומו לפני משה ואנשי מבני ישראל 50 ו-200 נשיא עדיו קריאי מועד אנשי שם ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנסו על קהל אדוני וישמע משה ויפול על פניו וידבר אל קורח אל כל עדתו לאמור בוקר ידע אדוני את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו את אשר יבחר בו יקריב אליו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי העולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן Я иногда, когда парашат Шавуа кому-нибудь поручаю, как говорю, 10-15 минут и слежу как бы за временем, а потом, когда сам выхожу, чтобы вовремя уложиться, так быстро начинаю говорить, что за 5 минут все проходит. Но хочу рассказать вам перед тем, как мы начнем говорить про Кораха, одну историю. С несколько месяцев назад как-то сидел я в интернете и увидел программу. Сидят группа людей, одни с одной стороны, другие с другой стороны. Видно, парни молодые, девушки молодые. И одного спрашивают, парень, все как надо, выглядит хорошо. Говорит, как тебя зовут? Он говорит, меня зовут Оля. Он говорит, как это тебя зовут Оля? Тебя что, мама так назвала? Он говорит, нет, мама меня назвала Влад, но я себя чувствую как Оля. И было наоборот. То есть... Девушки выглядели как парни, а парни выглядели как девушки. И я надеюсь, что среди нас таких нету. Вот. Я не понимаю этого, но есть люди, которые, они рождены, Бог их создал такими, как Он их создал. Но они решают почему-то по своим чувствам или по каким-то другим вещам, которые они видят вокруг себя, взять и что-то изменить, потому что так им кажется лучше. И они сами не знают, кто они такие. Они говорят, я не он и не она, я оно. И это немножко странно, но у Кораха была похожая проблема. Он не хотел менять внешность. Он не хотел быть похожим на женщину. Но он хотел взять то, что ему не принадлежало. И как мы читаем здесь, написано, он пришел, Корей, сын Ицагара, сын Левия, то есть он был из колена Левия, а также с ним еще множество других людей, которые были именитые, знаменитые, которые были первенцы, из 12 колен, самые главные начальники. С ним были также левиты, которые пришли к Моше и говорят, почему вы священнодействуете? Почему вы превозноситесь над обществом Израилевым? Кто вас поставил туда? Почему ты, Моше, поставил своего брата Аарона, чтобы он был здесь первосвященником? Мы тоже этого хотим. Это вкратце история, что здесь происходит.
И вот Моше, чтобы отреагировать, он дает им что-то, что они должны были сделать. Он говорит: хорошо, вы хотите быть все святыми, вы хотите быть избранными, нет проблем. И здесь даже так и написано: сделайте что-то, и тогда мы посмотрим. Кого изберет Господь, кого приблизит к себе, тот и будет свят. И вот проблема. Левиты, первенцы народа, колено Иуды, колено Рувена, которые считались царями, Рувен считался первенцем, они хотят занять место священничества. Они хотят делать то же самое, что делали священники, заходить в скинию собрания. Они хотят быть такими же первыми и лидерами. И Моше им говорит: нет проблем, пусть каждый из вас принесет кадильницу, и тогда мы посмотрим. Несмотря на то, что этот горький опыт совсем был недавно перед их глазами, когда священники, Надав и Авиу, они да были священниками, они да были избранными, Бог их сам поставил, но они заходят и приносят свои кадильницы, они были сожжены. Но вот эта вот история, которая совсем недавно случилась перед их глазами, почему-то как-то не касалась их сердец. Из-за того, что у них была сильная зависть, из-за того, что у них было сильное желание, которое ими двигало, они ничего не видели вокруг себя. Они не видели те явные чудеса и те явные проблемы, которые были. Что-то их толкало вперед идти и достигать своей цели, несмотря ни на что, несмотря на Божье повеление. Вот они приносят, и Господь всех поражает. И у Кораха, у него была другая проблема. Он не просто хотел стать как левит, не просто хотел быть священником, но он хотел стоять во главе всего. И то же самое Моше ему говорит: пусть твои люди принесут вот эти вот огонь в совках, на русском это совки называются. И ты принеси отдельно, и Аарон принесет отдельно. Вот две позиции, которые стоят вместе. И посмотрим, кого изберет Господь. Мы знаем эту историю, знаем, что произошло. После этого Господь повелевает взять и принести жезлы от каждого колена. То есть этого еще было недостаточно. Он хотел сказать, кто из всех священников, кто из всех, кого бы Господь приближает к себе, может стоять на первом месте. Мы видим, как жезл Аарона, дерево, которое было засохшее, некоторые говорят, что это миндаль, оно вдруг распускается, оно приносит плоды. То есть это показывало о Божьем предназначении. Знаете, вот эти вот кадильницы или совки мог приносить не каждый. Даже тот, кто был священником, он не всегда имел право зайти в святое и принести их. Почему? Потому что среди священников также были свои череды, в которую каждый из священников мог заходить. Их было очень много. Их были тысячи людей. И не каждый в свободное свое время, когда ему вдруг захотелось, мог зайти в святое святых. И это, может быть, как раз была проблема Надава и Авиуда в свое время, что они пришли не в предназначенное время. Только тот, кого избрал Господь на данный момент, мог принести и быть посвящен Господу в то самое время. Но к чему я все это говорю? В 18 главе я хочу прочитать самые первые стихи. Господь сказал Аарону, то есть здесь у меня перевод, может, немножко другой. Ты и твои потомки, а также весь твой род, вы будете отвечать за то, чтобы грех не запятнал святилище. Ты и твои потомки, вы будете отвечать за то, чтобы грех не запятнал священническое служение. На иврите он звучит так. Он говорит, что вы понесете авон, авур мигдаш, и вы, и твои дети, он говорит Аарону, понесете авур, авур кеуна, авон. Почему авон? Почему он не говорит ни пеша, ни хет, а именно слово авон понесет за священное действие и за служение в храме или в скинии. Знаете, слово авон, оно очень сильно напоминает слово ивут. Ивут — это какое-то искажение. Бог здесь показывает, что ему очень важно, чтобы то, что он сказал, те заповеди, которые он дал, или ту инструкцию, которую он дал, она исполнялась в точности. Он говорит, за каждую неточность вы будете нести вину, вы будете получать наказание. Может быть, вы даже будете наказуемы смертью. Богу важно исполнять все в точности. И каждый из нас иногда считает, что мы, может быть, лучше возьмем и что-то изменим. Мы привнесем что-то свое в нашу жизнь, в наше развитие.
Неважно, как Бог сказал. Может быть, Он сказал так, но я хочу что-то изменить. Я хочу поступить немного по-другому. Корей и все его сообщники, они этого не видели. Они этого не понимали. Они не понимали, что Богу это очень важно. Точная инструкция. Если Господь избрал левитов, значит, Он их избрал для чего-то определенного. Если Он избрал Аарона быть священником, первосвященником, значит, ему это было важно. К чему я это все говорю, что здесь мы видим такую картину. Левиты, несмотря на то, что они как бы в общем согрешили, Господь их все равно оставляет. И Он говорит, левиты, они будут служить тебе, Аарон. Они будут служить твоим потомкам, твоим детям. Они будут все время идти вместе с ними и служить в святилище. Предназначение. Предназначение очень важно в нашей жизни. Господь взял этих левитов, и несмотря на их проблемы, несмотря на их падение, несмотря на их грехи, Он их избрал, Он говорит, это избрание, оно будет продолжаться. Он взял священников и сказал когда-то потом, впоследствии Он пообещал Пинхасу, Финису на русском, что Он заключает с ним завет, который будет во веки веков. Знаете, иногда люди смотрят также на народ Израиля и говорят, как же так? Вот он грешил, он совсем не поступал так, как нужно, он больше не актуален. Но Господь вновь и вновь, и даже в этой же Парашат Шавуа, Он говорит нам о предназначении. Если Господь что-то избрал, оно важно, и никто не вправе что-то взять и изменить, сказать, нет, это не так, пусть лучше другой зайдет на место того, что хотел Господь, то, что хотел сделать Корах. Иногда люди вокруг, иногда народы хотят взять и заменить, поставить себя вместо Божьего избрания. Израиль, он никогда не был лучше других народов. Намного он был хуже. И Господь укоряет его. И Господь постоянно наказывал его. И даже здесь, в этой недельной главе, погибло больше 14 тысяч человек за грехи Израиля. Но Господь говорит, это еще не значит, что я забыл о своем народе. Это не значит, что можно его стереть и убрать, и у него не остается предназначения поставить кого-то другого. Поэтому я сказал, что Богу важно, чтобы все было исполнено так, как Он пожелал, так, как Он прописал. Вот эта вот инструкция. У каждого есть свое предназначение. Иногда мы завидуем друг другу. Иногда мы хотим быть похожи на кого-то и занять его место. Иногда мы, наоборот, чувствуем себя такими обиженными, что мы не можем исполнить то, что исполняют другие. Я расскажу вам простую маленькую притчу про два горшка воды. Был один человек, который все время ходил за водой и носил эти горшки, наполнял. Один из этих горшков, он был треснутый, из него все время капала вода. И то есть каждый раз, когда он шел этот свой длинный путь, набирал воду и возвращался назад, он всего лишь приносил полтора ведра воды. И в какой-то момент этот поломанный горшок, треснутый, он сказал, «Господин, я очень-очень сожалею, что я не могу быть и выполнять свое полное предназначение. Я все время, ты трудишься, ты вкладываешь, но я не могу исполнить то, что исполняет вот рядом висящий горшок. Он постоянно приносит норму, а я приношу всего лишь половину». Ему с одной стороны было завидно, с другой стороны ему было печально. И каждый из нас, он где-то есть чуть-чуть оттуда и чуть-чуть оттуда. Где-то печальными, а где-то мы завидуем. И хозяин сказал, ты зря печалишься, потому что в течение многих лет, давно-давно, я взял из твоей стороны, я посадил семена. И каждый раз, когда ты возвращался, от тебя что-то капало, и только с твоей стороны сегодня растут цветы и растут деревья. У каждого из нас есть свое предназначение. Не нужно смотреть на другого. Даже если ты с трещиной, Господь знает, как тебя использовать. Не нужно забегать вперед и быть похожим на другого, чтобы делать то, что делает Он. Потому что если Бог сказал, Он желает тебя использовать там, как Он хочет, не меняйте Божьего повеления. А идите прямо, ищите тот потенциал, который есть внутри вас. Исполняйте то, к чему вас призывает Господь. Как это найти, как это обнаружить, это другая тема. Но бездействие, оно еще хуже всего. Лучше что-то делать.
лучше действовать, и Господь вас будет направлять. Главное, чтобы не было вот этой вот зависти, которая была у Корея. Потому что мы видим, наказание, оно действительно существенное. Иногда ты теряешь жизнь, иногда горечь входит в тебя так сильно, что ты не можешь просто никак функционировать. Я хочу помолиться, чтобы Господь показал каждому из нас наше предназначение. Аллилуйя! Авинуши Башамаем, Господь наш и Царь наш, мы обращаемся к Тебе, Боже. Ты привел нас на эту землю. Ты совершил и сделал нас, создал нас такими, какие мы есть. Мы не все идеальные, Господь. Некоторые с трещинами, некоторые чуть лучше, некоторые чуть хуже. Но в Твоих глазах мы чудные. В Твоих глазах мы совершенны. Потому что Ты дал для каждого из нас что-то особенное. Я прошу, Боже, чтобы не было зависти в наших сердцах, и мы могли искать то предназначение, которое Ты задумал для нас. Ты приблизил каждого из нас к себе, Господь. И Ты желаешь, чтобы мы могли исполнять то, в чем мы находимся, наилучшим образом. Я прошу, Господь, Твоего благословения. Я прошу, чтобы Ты открыл вот эти вот границы, гвулет, и помог нам понять, как нам двигаться, Господь. Помоги нам довольствоваться тем, что мы имеем. Чтобы у нас были благодарные сердца, Господь. Мы могли воплощать то предназначение в нашей жизни, которое Ты для нас приготовил. Мы благодарим Тебя во имя Иешуа. Аминь. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. אמן. ארץ חיים לי